И вот такой вид из нашей любимой беседочки. Услышал, там кто-то драка идет, мяукает кто-то. Не, а... Лиль, да. Ну что у нас сегодня на завтрак? Так, еда. У тебя какой-то шашлычок, он из лука. Нет, это помидоры, колбаса, перец. Вот, немножко сладенького, фруктов, немножко маракуйя, клубника, арбуз. Хороший, вкусный очень. Почему донат? Один пополам сидим. Да? Да. Ты шокер, Дрим. А ты с чем себе булочку взял? Я не знаю, я просто там взял пару булочек, да. И вот у меня яйца, цветочки, омлет, сыр, рыба, как всегда, и какой-то оладушек. Надеялся, что это, может, драник. Да, да, драник. Да, все, всем приятного аппетита. Фига себе, он еще и игрун. Рыбу-то он и ест, оказывается. Побольше, это? Давай прям, да, конечно. Ты его не съешь. Ну, ничего, я попытаюсь. Давай, я маленький положу. О, еще один? Еще один, конечно, что это? О, спасибо. Тебе возьми тоже. Нет? Здоров, ты опять здесь, да? Как у тебя дела? Нормально? Тарелка такая. Они все такие. Вот это да.
большая, вкусная клубничка, отличная. Да. Такую одну возьми мне, да. Вот. Да любую. Побольше. Хорош. Сегодня ты припозднился, дружок. Опоздал на завтрак. Опоздал. Где ты шлялся? Лиля всю рыбу съела. И даже не подмазывайся.
красиво, да? Лим, возьми вот с цветочками. А что это? Омлет. А, омлет. Scrambled eggs. Красиво. Прикольно, да. Видишь? Да. Он вкусный омлет вот этот. Да? Да. Thank you.
такой красивый на тигра похож вообще. Может, ты тигр? Говорить умеешь? Конечно, вид вообще в главном ресторане, ну, в принципе, как и везде, великолепный просто. Очень красиво. Рома, че ты шугаешься-то? Че ты хочешь скушать, тигр? Полюбили кушать вот в одной из таких беседок. Вид тоже, конечно, классный очень. На море, на горы. Очень красиво, прям впечатление хорошее. Такие беседки прикольные. Фига себе, он еще и игрун. Рыбу-то он ест, оказывается. Все, хватит его кормить. Красивое местечко, да? Что ты набрала? Давай, рассказывай. Я взяла рыбу для тебя. У меня своя рыба. Сыр с грибами, ну как желе. О, я такое не видел. А ну, еще и что? И колбасу, и вот какие-то сырные. Ну что, на том же месте? Хорошо. Есть, есть, давай, давай, давай. Да. Я снимаю, конечно, как ты думал. Как же без тебя снять? I have to. It's okay. Ты шикер дрим. Excuse me. У тебя вафли из сердца? Или сердце? Сердце из вафли. Давай, облизывайся. Чё? Великолепное утро. Море вообще полностью успокоилось, полный штиль. Классно. Чё спрятался? Иди сюда. Хорошо, спасибо. Все лучше и лучше. Погода налаживается. Что, опять рыба? Рыба, конечно. Я только рыбу ем. О, Кэт у тебя гуляет. Да. Личная? Как ее зовут? Просто кошка, а может это кот? Хрен знает, я не разбираюсь. Я не заглядывал. Балдежный вид. Да. Хорошие у них такие локации вот эти. Здесь одни локации в этом отеле. Просто одни локации. Для фотографий тут рай. И что он так просит? Вкусненько тебе. Ты же знаешь, что нельзя кормить животных. Я знаю, но он очень жалобный. Ну что? Да. Зачем ты ругаешься? Киса, кушай давай. Молодец. Вот. У тебя с рук надо кормить. Выпни. Ну, конечно, рыбу дай. Сыр.
кружить над рестораном. Прогуляемся по территории отеля, покажем, что здесь и где.